Тема, которая не теряет своей актуальности и тревожит жителей Коми – качество дорог в регионе. Речь об этом шла накануне во время прямой линии на Юргане. На вопросы жителей республики отвечал заместитель председателя правительства, министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Чибисов. По данным ЦУР, с начала года в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» было зафиксировано более 4000 сигналов. Вот некоторые из ответов. На участке автодороги Усинск-Харьяга капитальный ремонт планируется в период с 25 по 27 годы. Проектные работы проведут в следующем году. А вот на участке Усинск-Благоево-Чупрова капитального ремонта пока не предвидится. Однако уже на следующей неделе на место выйдет комиссия для того, чтобы оценить качество дороги. Визинга-Кажем мы передали эту дорогу в федеральную собственность. Упор-Автодор Прикамье, федеральное государственное учреждение, занимается этой дорогой. У них по плану ремонтные работы начаты с прошлого года. В этом следующем году они должны завершить ремонтные работы на всем протяжении этой дороги. А вот еще один участок – Нижний Одес-Вуктыл отремонтируют за счет средств газовиков. Проектно-сметная документация уже подготовлена, ремонтные работы планируют провести в будущие два года.